что ж, еще раз всем привет. На календаре 18 января, воскресенье. За микрофоном Дамир, собственно, Гвардия против Тройков у вас на экране. Пара команд. Тима номер один вы видите на экране. Вампирчик, Нодон, Нефришлайм, Unreal Dream и Медведь. Состав команды номер один. А, собственно, игроки у нас. Давайте-ка прочитаем их ники. Generation, потом... Фин. В Фин почему-то в конце. В начале, то есть, буква В, потом... Renovation. Да, потихонечку читаем. Имперор Мишка, четвертый игрок. Пятого пока что мы не видим на экране. Собственно, 1-0 уже, и команда Гвардии забирает первый победный раунд за сторону красных. Посмотрим, агрессия на центре карты. Renovation вместе с Generation агрессирует, есть open frag от команды обороны. Тем временем уже Unreal Dream на точке А и может поставить плент, но почему-то этого не делает. Выходит на Имперора Мишку. Что ты прям лагаешь так сильно? 3 пинг, Renovation минус Freshlime. Я буду сегодня много букв уже говорить по ходу. Имперор Мишка минус Unreal Dream. И остается один дно донное против 4 игроков команды обороны. Но при этом у них, как видите, 4 хп, 11 хп, двое фуловых. Есть шанс затащить этот раунд на изи, так сказать. Ну посмотрим. Нет, никаких шансов, никаких моментов. Это все очень печально и грустно. 1-1. Начало миссии. Смотрим дальше. По позициям у нас команда атаки решила пройти по точку А. Unreal Dream и Вампирчик будут играть в связке в этом моменте. Тем временем Нудона чекает центр карты. И есть отвлекающий от Фрешлаймана вместе с Медведем. Может быть, есть шанс, что и будет точка Б. Ну, и не знаю. Есть. Заехал момент по точку А. Можно ставить плент. И команда обороны должна подбегать вот эту позицию, чтобы вот уже спасать свою ситуацию, так сказать. Давайте-ка посмотрим. Фрешлайман. Уху, сзади просто выходит на противника. Не могут забрать. Есть минуса от команды обороны. Также размен от Медведя, но погибает. Трое против двоих. Renovation вместе с Лавкитти. Лавкитти. Вот так вот. У нас пятый игрок зашел. Пятый претендент команды обороны. Остались в связочке. Будем смотреть их... Их первый в жизни связочный скилл, так сказать. Потому что они должны работать вдвоем против троих. Есть минуса от Renovation. Также чек от Андрея. Мы даже на центре карте. Минус одно донное по Renovation остается... Один игрок, Лавкитти. Лавкитти. 13 хп. Бомба была установлена. Плент стоит и выходит с топорика на центр карты. И кабанчиком падает вниз. 2-1. Что ж, смотрим дальше. О, есть ВЗ-52. Давайте-ка посмотрим по тактике. Команда Гвардии решила, как сказать, от, не знаю, Дондоны пошел вообще один в атаку. Также есть опенфраки от Лавкетти и вместе с Имперер Мишка. Он своим ВЗ кто-то там намутил. Ну-ка, со спины даблкил. Остается Renovation. Триблкил будет или нет? Нет, ни одной пульки не попал по противнику. Фрешлайман так... Как было 110, так и осталось. Да, это девушка. Представьте себе. Никто бы не догадался. 78 хп, 1 против 4. Это этот звездный момент, звездный час должен быть именно у Фрешлаймана. Выходит со спины противник. Ну-ка, на развороте, перестрелка. И все-таки оборона падает. 1 хп остается у Фрешлаймана. Погибает. 2-2. Смотрим дальше. Тактика команды Гвардии решила пройти под винку, под точку Б. И Медведь остался один. Чекает, если что, тыл своим тиммейтом. Пока что основная работа идет под винку. Если фонтрак от Фрешлаймана, Лавкетти погибает. Также дно на минусе Generation. И точка Б потихоньку начинает заплывать под песком гвардейцев. Смотрим. Есть от Файни. Минус Unreal Dream. 4 против 2. Даже 3. Большинство для команды обороны. И этот раунд, я так бы сказал, что... Прогинается под команду гвардейцев. Все-таки счет все-таки становится 3-2. И потихоньку у нас игроки упускают свой шанс, свой момент, чтобы выиграть эту игру, получить свой приз и жить спокойно дальше припеваючи. Ну смотрим. Основная вот у нас тяжечка гвардии под точку А будет работать у нас. Медведь, Нодон и Вампирчик. А пока что со спины у нас будут чекать Фрешлайман и Unreal Dream.
Кто же спину чекает? Ловкайте со спины минус фрешлайман. Что ж вы творите это, гвардейцы? Но Доны понимают, что вот уже инфу выдали и чекает спину. Есть минуса от ВЗ-52 генерейшена и медведь минус Фанни. Так что Нодона минус Лавкэти. Есть плейн стоит раунд на выбивание генерейшен вместе с Реновейшн. В следующих этого дня будут играть у нас на карте торговый центр. Есть минус от ВЗ-52 от генерейшена. 26 секунд от взрыва бомбы. Unreal Dream. Не чекает, не чекает, Кацу, что ты творишь на генерейшен. 78 хп, 46. Ну-ка, а 2 против 2. Прицела, да? Нифига себе, вот это вот убил, так убил. Вампирчик окружают. Хае под ноги. Сейчас... А, нет, уже не разминирует. Вот это вот он у нас придумал. И зарезал, закромсал. Innovation. Вампирчик. А ну-ка посмотрим, разминирует или нет. Нет, этот отчаянный попытки. Случайно пишет медведь. В общем, не заехали у нас. Маска же отлетела вперед игрокам. 4-2. Миссия успешна. Начало миссии. И смотрим дальше от третьего лица на карту. Медведь и Днодоны под винкой будут работать по точке Б. Тем временем фрешлаймен на респе остается. И вампирчик с Unreal Dream будут по точке А. Как раз у нас не реализуется ни одна из этих точек, так сказать. Смотрите, и на А, и на Б потихоньку помирает фрешлаймен. И медведь остались вдвоем против 4 игроков команды обороны. Со спины минус пин. Также... Нет, не получилось. Лавкэти. Владейца панду в упор минус медведь. РМ. Фрешлайман остается одна против троих, и на центре карты она чекает трех противников, даже двух противников команды обороны. Выдает на себе информацию и, так сказать, положение на карте. Тем самым выходит на противника. Реновейшн промахивается с М200, и второй выстрел был точным попаданием по пузу, так сказать, фрешлаймана. Не видел я головы. И 4-3. Пока что у нас счет на карте. Смотрим дальше. Вампирчик остался один подвинка, тем временем Unreal Dream потихоньку подходит на эту же позицию и чекал спину медведь, но не получилось у него в этой дуэли перестрелки снайперов что-то да показать. Генерейшн со спины, но Донне должен чекать. Но Донне, ты не прикрыл своих тиммейтов, нет, все-таки прикрыл. Генерейшн погибает от его эльки, тем временем фрешлайман минус Имперер Мишка, четверо против троих. Со спины Unreal Dream, ну-ка, ой-ой-ой. Есть минус, также N200 карает, но Донны, фрешлайман, минус Renovation, и трое против одного. Это было эпично. Начало миссии. Продолжаем смотреть дальше гвардию против игроков. Двое у нас с команды гвардейцев решили работать под точкой А. Тем самым вампирчик один побежал на эту позицию, но Донны чекает спину, и Generation сейчас должен зачекать, но Донны. Почему ты повернулся? Что это такое? Вот Нодонны, вот Генерейшн. Почему он повернул? Что им движет? Но тем самым вампирчик кромсает Имперер Мишку, Реновейшн с М200 карает медведя, также ВЗ-52 работает отлично в этом моменте. Реновейшн даблкит минус, Unreal Dream и двое против четырех. Меньшинство для команды гвардейцев, для команды атаки и повстанцев, я бы даже так сказал бы. Заняли плент точки А, тем самым, что у нас команда обороны вообще не понимает, где противники. Двое на Б, один на центре карте, и Generation понимает, что вот что-то тут неладно. Нужно все-таки прочекать точку А. Пойду-ка я один туда. Слушает выстрелы Эльки и... Оп, один минус гранаты, выходит на противника. ВЗ-52 в руках, ну-ка, покромсать или нет? Нет, не порезать. Не порезал своего противника, не дали, застилили, и это очень печально. Счет становится при этом 5-4. Бомба деактивирована. Миссия провалена. 5-4 в пользу команды гвардейцев. На минимальное преимущество пока что у нас держит команда гвардии. Но посмотрим, может быть, все изменится и все повернется благосклонным боком фортуны удачи, так сказать, этого дня. Лавкэти в упоре на фрешлаймана выходит на перестрелку. Также оффенфраг от фрешлаймана минус Лавкэти. Даблкил минус Имперер Мишка. И что происходит дальше на карте, вы видите на экране. Дейл у нас свободный. Генерейшн у нас со спиной сейчас должен зачекать гвардейцев. И посмотрим, что из этого получится. Оп, один минус есть, медведь, тем самым минус Renovation. Двое против четырех. Unreal Dream минус Финн и погибает от ХЕ Днодонного Generation. Счет становится пока что 6-4, но можно все исправить. Можно все повернуть в свою сторону, чтобы победить и получить свои призы. Свои утешительные призы, так сказать. Смотрим, команда гвардии решила принять тактику, так сказать... Слишком часто, да, я это слово говорю.
Под винкой трое, также на кривой фин. Нет, он даже на точке Б. Фреш даймон. Опен фраг, минус Империор Мишка. Не получилось у него забрать со спины на респе. Красный выходит со снайперки. Вообще, что это за чудо? Такое неземное, я не знаю даже. Но как-то она красиво выглядит. Медведь минус Реновейшн. Четверо против двоих. Меньшинство для команды обороны. Но посмотрим, что смогут у нас в этом моменте сделать. Команда игроков. Генерейшн под винкой. Я не знаю, где будут ставить плейт вообще. Лавкетти. Минус медведь. Размен. Отряд 3. Минус Лавкетти. Плейт стоит. Трое против одного. Генерейшн в упоре. ВЗ-52 работает. 10 000 солье, что вся... Вся работа была на смарку. Берет АУК. Уже не доверяет своему ВЗ. Паченцы ловит нудон и даблкил от Генерейшн. Даже если не больше. Разводит. Разводит гвардейцы на выпад на точку Б. Все-таки разводит и до конца хочет минировать. Дымку, нет. Все-таки Хайер кидает под плент и застрял в дверном проеме и взорвался. Блин, в счете 7-4 команда гвардейцев вытаскивает этот матчмейкинг, я бы даже так сказал. И ждем следующую пару команд на стрим. И будем слушать музыку.